Лос-Анджелес, известный также как LA или город ангелов, является одним из излюбленных туристами мест в Соединенных Штатах. Это самый крупный город в штате Калифорния и второй по численности населения в стране. Лос-Анджелес входит в число крупнейших научно-культурных, образовательных и экономических центров в мире. Помимо этого, город является крупнейшим центром в индустрии развлечений, кино, музыки и компьютерных игр. Очень такое метро, необычное метро, тут даже немного стрёмно. Вот. Сейчас я направляюсь в сторону Голливуда, в сторону этой надписи «Голливуд». И, скорее всего, меня ждет очень длинный путь, потому что это находится за городом, как я понял. Поэтому сейчас направляемся в сторону North Hollywood, то есть Северный Голливуд. Всем привет, друзья, из Голливуда! Это Аллея Звезд, знаменитая на весь мир. И сейчас мы с моей подругой Лисет из Перу собираемся посетить горы, где написано «Голливуд». Также хотим провести сегодня замечательный день. Если быть честным, то я по-другому представлял Аллею Звезд. Но, знаете, стоит посетить это место, каким бы оно ни было, потому что это реально знаменитое место на весь мир. Тут все звезды перед вами. Вот таким образом можно сделать и свою звезду. Прикольно. Иногда Лос-Анджелес напоминает Латинскую Америку. Вообще вся Америка напоминает именно, как будто я нахожусь где-то в Мехико, в Эквадоре, в Чили, потому что люди всегда разговаривают на испанском языке, и поэтому вам не помешает выучить испанский язык, потому что тут очень много жителей из Латинской Америки. Сейчас мы сделаем красивые кадры, и мне реально не верится, что мы тут. Всем привет из Лос-Анджелеса, из Голливуда. Знаменитая надпись «Голливуд». Итак, друзья, мы возвращаемся назад. Прекрасное место, советую обязательно сюда приехать, посмотреть эту знаменитую надпись и сделать красивейшие кадры. Тут нереально чистый воздух, советую, обязательно сюда приезжайте. Сейчас мы уже направляемся в сторону города, в сторону даунтаун. Вот наш друг из Перу сейчас нас отвезет
до Даунтаун. Петрос, gira a la izquierda. Bueno, tendrán que escuchar mi Waze todo el tiempo porque... Все благодаря этим ребятам. Сейчас мы направляемся в город. Сегодня был замечательный день. Мы увидели эту знаменитую надпись, о которой я так мечтал. Мечты сбываются, ребята. Hello, Borat. Привет, как вы поживаете? Хорошо? Welcome, come to Hollywood. But Kazakhstan, it's not Borat. I know, it's a joke. Yeah, oh, really? Joke, yeah, it's a joke. Okay. He doesn't even speak Russian. Okay. Наверное, это настоящее доброе утро. Одна из моих главных целей, почему я прилетел в Лос-Анджелес, конечно, это увидеть океан. Тихий океан. Сегодня погода переменчива, но после обеда будет солнечно, поэтому я сегодня буду находиться в Санта-Моника-Бич целый день, до вечера. Я думаю, что хоть раз в жизни обязательно нужно увидеть этот уникальный вид, вид на океан. Сейчас я иду туда, поближе, чтобы хотя бы намочить ноги, потому что сегодня немного прохладно. Возможно, после обеда я даже искупаюсь, потому что обещает солнце, будет немного теплее. Поэтому сейчас мы пройдемся вместе с вами по Тихому океану. И в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, даже тут я вот ощущаю запах марихуаны. Это такой запах, похожий чем-то на коноплю. Ну, вот такой вот специфический запах, он везде, и даже тут. Я думал, хотя бы его, наверное, здесь не будет, но, к сожалению, он везде. Мексиканская кухня мне не очень подошла. Американская кухня – это фастфуды. И, конечно, как хорошо, что я живу в Korean Town. Тут можно попробовать свои любимые блюда. В Соединенных Штатах кимчи очень вкусное, свежее. То есть все блюда немного отличаются от наших казахстанских, корейских блюд. Хочу сказать, что Америка прекрасная страна для семейного отдыха. Вы можете тут отдохнуть, развлечься. Но есть один минус. Ну, вот. Лично для меня это, наверное, существенный минус. Почему? Потому что речь идет о homeless people, о бомжах. То есть они тут, знаете, немного неадекватные. Также очень много я встречал именно неадекватных людей. По вечерам их реально бывает много. Вот они меня немного напрягают, если честно, потому что вечером хочется погулять спокойно. Но их бывает очень много, поэтому именно в вечернее время я не гуляю. Вот. А вот. Вот. Поэтому желательно, конечно, гулять днем. Я вот, если вы один, тем более лучше вечером особо так не выходить в туристические места. Это лично мой совет. Вот. Просто у меня был один случай, когда я поздоровался с одним мужчиной в ответ ему. И он начал следить за мной, просил денег и так далее. Потом я, конечно, игнорил. Просто ходил, не замечал. Потом он отстал. Вот. Конечно, это очень редкий случай, но в любом случае не вступайте в контакт, не здоровайтесь, не разговаривайте, просто проходите мимо. А так, в остальном, все прекрасно, замечательно. Все зависит от вас, будьте вежливы, если вы в гостях. Вот, ни с кем не ругайтесь. Я вот очень редко вижу, чтобы тут люди ссорились, ругались. Тут реально очень дружный народ.
Решил попробовать Макдональдс. Я уже пробовал в Нью-Йорк-Сити. Теперь хочу попробовать в LA. Вот, хочу сказать, что у нас готовят намного лучше в Казахстане. Вот, поэтому сейчас попробуем. Также хочу сказать, что Макдональдс у нас считается таким нормальным заведением, более таким средним. А тут разные слои населения могут позволить себе Макдональдс. Ну, сейчас попробуем, конечно. Бюджетный, самый бюджетный вариант, я считаю. Пандемия, коронавирус, нет. Мы не знаем, что это такое. Людей сегодня очень много. Я думаю, что весь Лос-Анджелес сегодня в Санта-Моника. По-моему, отдыхать в Санта-Монике намного интереснее, чем в самом Лос-Анджелесе. Потому что тут нереальная атмосфера. Хочется отдыхать, ни о чем не думать. Очень интересные люди. И, конечно, перед вами целый океан. Поэтому, если вы собираетесь в Лос-Анджелес, то обязательно посетите город Санта-Моника, потому что это того стоит. Вы не пожалеете. Тут можно отдыхать со всей семьей, загорать, все рестораны. Даже перед вами есть парк развлечений, который я могу сейчас вам показать. То есть все в шаговой доступности. On the drums, Daddy Bigard on the clarinet, oh, 1939, they don't make them like they used to, boys and girls, oh, no, 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 they don't now. Если вы хотите острых ощущений, то прокатитесь вечерком по метро Лос-Анджелеса. Реально, это метро напоминает мне фильм ужасов. Действительно, тут очень разные персонажи. Вот. Главное правило – игнор. Просто игнорируйте. И как будто вы ничего не замечаете, ничего не видите. Тут реально очень много странных людей, которые вот не просто тихо сидят в углу, да, а могут кричать, доставать там, даже к вам подходить. Вот, поэтому просто делаете серьезное лицо, и вы будто ничего не видите и не замечаете. Сейчас я выхожу на улицу, немного подустал, сегодня был тяжелый день, потому что я целый день ходил, был на ногах. Вот. Сегодня, к сожалению, не очень такая погода, пасмурная, поэтому, в принципе, я это целый день не снимал. Вот, только сегодня у меня проснулось желание, только сейчас проснулось желание снимать видео для вас. Вот, сейчас выходим, я иду в свой отель и буду уже спать. Мне принесли блюдо. Это корейский суп, который напоминает наш казахский гальбитан. В Соединенных Штатах он намного вкуснее, мне так показалось. Также это салаты, банчаны. И я заказал такое блюдо, это рис с кимчи. Надеюсь, что это будет очень вкусно. Хочу отметить, что в Лос-Анджелесе очень много выходцев из Мексики, то есть из Латинской Америки. Поэтому тут, наверное, вам также пригодится изучать испанский язык, потому что некоторые вот люди, мексиканцы, они не знают английский. Вот очень много раз встречал, например, захожу в магазин и вот говорю что-то на английском, человек отвечает на испанском. Тут уже так принято, что люди разговаривают на двух языках. Поэтому не помешает, конечно, также знать пару фраз на испанском. Ну, конечно, основным языком остается английский язык, но все же. Я, если честно, по-другому представлял вообще Америку, Лос-Анджелес. Во всех городах мира есть свои плюсы и минусы. Лос-Анджелес, конечно, не исключение.
Я считаю, что главный минус и Нью-Йорка, и Лос-Анджелеса – это бездомные люди, которые, вот честно, лично меня немного напрягают. Особенно вечером, когда ты хочешь прогуляться по городу. Ну вот, бывает иногда, что они меня напрягают. Вот, если вы не знаете именно, в каком районе нужно гулять, не нужно, потому что есть такие районы, которые считаются криминальными, где не любят чужих, да? Say hello to Kazakhstan. To Kazakhstan. Say hello to Kazakhstan. Say hello to who? Kazakhstan. Kazakhstan. It's a country. Kazakhstan. Kazakhstan. No, Kazakhstan. 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 Yeah. Hello, Kazakhstan. Hello. Напоследок вместе с Лизет мы решили посетить Калифорнийский научный музей. Тут такая необычная выставка, представлены самолеты, различная техника. Вот это что-то похожее на Лего. Поэтому сегодня мы увидим этот очень интересный музей, который связан с наукой, техникой. Все, что производится в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. Lisette, how are you? Very good. Are you okay? Interesting place. Сейчас я жду автобус, который отвезет меня до аэропорта города Лос-Анджелес. Это была замечательная, незабываемая неделя. Я увидел Тихий океан, чему очень рад. Я надеюсь, что вернусь в Лос-Анджелес уже не один и проведу замечательное время. Действительно, время так быстро пролетело, вот, потому что этот город огромный, интересный. В нем невозможно скучать, поэтому советую посетить этот прекрасный город Лос-Анджелес. Да.